Всем привет, на канале Хиганта. Мы играем в Outlast. Так, тут можно спрятаться, зачем? Кто-то бегает. Так. У нас есть три направления, так понимаю, да? Два в эту сторону. Ясно. Сюда идешь, что ли? А нет, не идет сюда. Опять будем погибать. Провози. Это, походу, обход какой-то. Надеюсь, я могу спрятаться. Похоже, это специально сделали, чтобы я смог обойти. Привет. Тихо, детка, подожди. И до тебя очередь дойдет. Да ты не отвлекайся. Ага, ручка. А, тут тупик, да. Ну, это радует. Ты же не будешь на меня нападать, правильно? Ты же добрый. We have to wash every little part. Правильно, правильно, надо чиститься. Надо отмываться. А там нас ждет смерть, да? Будет больно. Ай-яй-яй, лампа. Куда он идет? Неожиданно. Не стал ждать, пока он меня заметит. Стоит что-то. Иди отсюда. Он не заметил меня? Это лампа ему помешала. Ослепила. Просто что-то мне подсказывает, если я хоть раз в него попадусь, то я просто умру. Так, надо куда-то идти. Идти, идти. Тут тупик. Вот это поворот. Так, зум. Тут нет крана. А зачем я сюда пришел? Кто мне скажет? Ведь у этого помещения должен быть смысл. Похоже, нету никакого смысла. Даже батарейки нет. Беги. Я знаю, куда надо бежать. Он же меня тут не достанет. Пока. Хе-хе-хе.
надо сюда пройти. Пока он их не засек. Тише, тише. Так, вот он кран. Сейчас дернем и прячемся. Я даже не сомневаюсь, что он придет. По-другому и быть не мог. Не может вообще. В прошлый раз он тоже приходил. Скрипты. А сколько там было кранов? Один? Два? Так, он уйдет отсюда? Не, по-моему, два все-таки было. Так. У нас тупичок. Теперь только бежать, по идее, назад. Блин, слышу, где-то ходит ряд. Вот здесь. Ой, надеюсь, все до конца не дойдет. А то я могу погибнуть. Чувствую тебя. Блин, ходит рядом. А мне надо, чтобы он ушел. Тут тупик. Ты думаешь, бежать ли от него? Сейчас посмотрим, кстати, достаточно ли давление. Прячемся. Высушено. Неужели нам нужно было просто погасить пожар? А парень от нас не отстанет, да? Видать, да. Ходит, что-то ждет. Куда мне надо идти? Пофигу. Этого маньяка. Вау! Вау, 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 вау! Потише, парень, потише. Раскричался ты как. Я знаю, куда мне надо идти. Мне нужно на улицу. У нас была миссия. А вот и родная улица. Тут перед этим надо посмотреть. На компьютер, вот на папочку обязательно посмотрим. Посмотрели и пошли дальше.
Найдите отца Мартина. Серьезно? В темноте. И куда он пошел? Так, что там было написано? Эта дверь открывается ключом. Значит, нам нужен ключ. Как бы батарейки не сели так. Это в темноте ключи искать. Так, это что у нас такое? Батареечка, отлично. Сарай. Ключ. Отлично. Что это было? Призрак? Видели? Что, не прятаться от него или что? Какой-то злой дух летает. Звучит опасно. Быстрее надо в дом. Закрой, 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 закрой. Не будем там бродить. Одно дело с людьми бороться. Другое дело с духами. Закрой. Нафиг. Блин, тупик. Чё? Чисто нас припугнуть делали. Призраки, это страшно. Какие-то маньяки, убийцы, это фигня все. Сравнение с призраками. Давайте помолимся вместе с отцом. Ой, еще батареечка. Класс. Вдруг духи видят меня, потому что я их вижу. А вижу я, потому что с камеры хожу. А что-то ничего не видно. Мы слегка заблудились. А, лестница, окей. Сейчас сверху дух, чтобы мы упали. Было страшнее. Так, мы на крыше, так что аккуратнее. Ай-яй-яй, не падай, не падай. И что? Ага. Где прям паркур уличный. Смотри, пугает нас. Так, тут надо разбить. Иди. Есть. Нормально пока. А вот тут уже ХЗ-ХЗ называется. Да оттуда мне будет сложно допрыгнуть. Может, просто спуститься? Да нет, вроде. Так, давай. И... Ой, я не умер. Я-то думал, сейчас упаду. И все, и мне конец. Батарейка уже кончается. Нужно выбраться. Где? Давай, я тебе помогу сейчас выбраться. Закрыто. Я вижу его духу.
духа. Летает какой-то чувак. Я думаю, местный какой. Слушай, у тебя батарейка есть? Так, здесь нам не пройти. Опять кровь. Кончилась батарейка. Не обращай внимания. Я всего лишь батареечку забрал. Я думаю, есть специально для меня положили тут. Мы почти пришли куда надо. Приуныл. Так, подожди. Куда нам надо? А. Я понял. А теперь что? Идем на свет. Не нравится мне этот звон. А еще тут можно спрятаться. Звон говорит о том, что тут охотник ходит какой-то. Поднимись уже. Там кто-то ходит внизу. Ой-ой. Ай! Ты чё падаешь? Опять какая-то странная задача, с которой нужно просто провозиться подольше по времени. Блин, я чуть не погиб. Да ладно, чувак. Да ладно, чувак, брось. Так, монету меня поймали. Обожаю его. Он умный. Хитрец, а? Конечно, всегда проще ждать жертву того места, куда он собирается прийти. Смотри, я бежал куда-то сюда. И... да, вот. Вот здесь можно спрятаться. Давайте. Ой, я опять заблудился. Ну да ладно. Понадеюсь, что он бегает медленнее, чем я. И пока он меня не поймал за жопку. Отлично. Я успел пройти куда-то дальше. Теперь я бы не удивился, если бы сейчас показали, что он начнет ломать. Отлично, новое сохранение. Да, я видел. Я все понимаю. Только не понимаю, что я здесь делаю. Пройдите через верхние этажи, чтобы догнать отца Мартина. А зачем он от нас убегает? Он не хочет, чтобы мы с ним ходили, или что?
это вдруг... А то вдруг за ним... Ясно. Не сильно мне туда хочется. Мы же видели противника все, да? Я тебя видел. Дайте куда-нибудь уйти. Новое сохранение. Какая интересная комната. Тут лесенка. Туалет. Хочу. Закрыто. И опять эти прятки. Я непонятно ведь, откуда я пришел. Я что-то хожу, хожу. Брожу, никого нет. Куда идти? Ой, я лесенку нашел, кстати. А, все, ясно. А здесь мы не пройдем. И как же мне обойти? Папочка. Ну, по-любому тут есть противник. Я поэтому вообще с камеры хожу. Тут вопрос, куда мне идти? Разве не отсюда пришел? Да, я отсюда пришел. Болей. Так батареек не хватит. Вот теперь уже, конечно, получше. А, тут закрыто. И эту стену не обойти нам. Опять вопрос, да? Ой, привет. Открой мне. Блин, а? Она делает территорию, никого нету. Темно, куда идти, непонятно. Меняй батарейку. Вот. Тут закрыто. Везде все позакрывали, короче. Серьезно, я что-то... Давайте упадем. Я опять вернулся туда, откуда пришел. Давайте просто упадем здесь. Как-нибудь по краю пройдет? Ну, конечно, нет. А если по вот этому? Нет. Не, всегда, конечно, проще, когда ты видишь там прям явный путь. Слушай, разбей окно, ты пролезем через окно. Тут что-то бегаем, бегаем. Ладно, тут делать нам, видно, нечего. Серьезно, я хожу кругами просто. Бедные батарейки. Точно, видишь?
А я сейчас об этом не подумал. Он что, прыгать умеет? Как неочевидно это было. И для этого мне всего лишь стоило пару батареек потратить. То я понял, что он все-таки может прыгать. Ты почти на месте. Можешь перейти на верхние этажи. Че ты от меня убегаешь-то? Скажем так, кто бы мог подумать, что всего лишь надо прыгнуть, разогнаться и прыгнуть. Так, сохранение, отлично. И чувак с одной батарейкой. Привет. Ясно. Я туда не пойду. Даже не знаю, что лучше. Ай-яй-яй. А что меня остановит пробежать? Пойти дальше. Открой, закрой, закрой, закрой. Я тут спрячусь. Лишь меня не заметил. Я как тень. А батарейку поменяю. Где же я? Спрятался, говорит, в норку. Бежал. Хотя мне бы стоило бы заманить его, наоборот, сюда. А туда бежать. Мне же вроде как туда надо. Где чувак с копьем был? Здорово. Развлекайся. Дай батарейку. Предохранитель какой-то. Так, и куда дальше-то? Похоже, за мной теперь охотится. Надо убегать. Нет. Неправильно. Блин, похоже, разозлился на нас. Не стоило дверь закрывать. Почему они вечно должны приходить туда, где я? Умные, что ли, такие? Знает, как и куда приходить. Ждем его. А тебя резко бежим. Типа мы испугались его. И закрываем дверь. Это нам даст шанс небольшой. Что у нас только второй чувак стукнет, который тут придет тоже. Аж куда же без него? Нет? Пока нет, окей. А если сюда спрыгну? Вообще, типа, это, так понимаю, назад. Это какие сложности, да? Всего лишь-то забрать эти таблетки какие-то и все. Привет. А вот и второй, короче, чувак. Да. И там будет еще один. Маньяк. Хотя, возможно, это он и был изначально. И теперь бежим сюда за батарейкой и прячемся. Может, сюда придет? Как думаете? И вообще, должно быть пофигу.
Ладно, наверное, пофигу, короче. Ой, нет, он пришел. Соло. Неожиданно. Решил все-таки сюда прийти. А это кто, с топором или с этим? С мачете? Главное, чтобы он не услышал нас. Я умирать пока не хочу. Пускай идет дальше. У нас с ним разные... А нет, пока одинаково. Если зажмет меня в угол, точно убьет. Два удара, и мне конец. Просто я так и не решил, куда мне дальше идти. Тут же почти везде тупики. Давай. Нажимай. Быстрей, быстрей, быстрей. А сам можешь запрыгнуть туда? И что? Ну, он упал. Как интересно, да? Теперь надо вниз идти. Так. Ну, вроде вниз упал. Не, я, конечно... Возможно, я не прав. Но я думаю, нам сюда. Куда он ушел? Ну, в смысле, куда он упал? Интересно. История все запутаннее и запутаннее. Зачем мне открывать, скажем так, типа как отсек с ключом, если я все равно не могу этот ключ взять? А? Блин, самая долгая, короче, серия будет непонятная. Ну ладно, вместе что-то там замудрили. То в другом. Давайте засейвимся здесь. Как бы мы уже выполнили условия открытия, только что дальше-то? Слушай, я не понимаю, куда эта труба ведет. Да. А ты гадай, короче. Так, наверное, ладно, давайте на сегодня закончим. И разгадаем эту тайну в следующий раз. Опа. Батарейка. Спасибо. К сожалению, это является тайной, потому что непонятно, куда идти. Всем спасибо, что смотрели. И до новых встреч. Всем пока.